Кто может из проволоки шестерки за минуту сделать кочергу? Кузнец дядя Вова. Заехали к нему в Донскую Балку по дороге на хутор Ипполитов на крещение. И он, пока болтали, штук 20 сделал, не спеша. Ну а как стал кузнецом, он не скрывает. Юрий Елкин, помнишь? Помню. Как, говорится, Володь кузнецом стал. Юрий, жрать хотелось сильно в лихие 90-е, а бандиты не хотел идти. Один товарищ мне, я говорю, хоть бандиты, что ли, подайся, он мне сказал. Ты его тоже знаешь, не буду сейчас называть. Он говорил, братан, можно, но они долго не живут. Так что, а вот она был, клуб «Бизон». Тут хреново куча каратистов, ножи метали, качались тут. Неимоверно, груши висели, сбивали их за один сезон. Ну и что, все это закончилось. Дядя Вова кузнец, потому и дядя, что тренировал ребят, занимался карате, культуризмом в лихие 90-е и нулевые. Многие прошли через его клуб «Бизон». И сейчас заботится он не только о себе. Нагрузил машину помощью нашим бойцам на передовую. Кует кочережки к нашим печам. Почти все имеющиеся уже комплектованы были к утру. Делает новые. Теперь мы его догоняем. Темп задан. Спасибо всем неравнодушным людям. Храни вас Бог. Мотоклуб «Колесная рать». Алексей Жуков. Светлоград-Информ. Ярко вас светит. И все, что...